Уже совсем скоро все игроки Toilet Tower Defense могут получить бесплатных юнитов. Также нам скоро добавят кейс, в котором мы сможем выбить самых эксклюзивных персонажей, которые у нас будут в игре. А что же это будут за персонажи, давай я тебе сейчас покажу. Тоже, вот мы прямо сейчас находимся в Toilet Tower Defense. И первым делом я хочу отправиться на пост-офис, чтобы тебе кое-что рассказать. Спасибо огромнейшее за вот эти вот шикарные подарки от этих классных подписчиков. А также, дружище, я хочу скоро записать ролик, где я буду открывать кейсы. Очень-очень много кейсов. Также, дружище, если у тебя в инвентаре есть парочку лишних кейсов, можешь мне их отправить по почте на вот такой вот ник, который ты видишь прямо сейчас у себя на экране. Огромнейшее спасибо, если ты это сделал. Кстати, если мы не наберем 100 кейсов, то все подарки я отправлю обратно подписчикам, то есть без никакого скама. Ну а если ты хочешь получить хайпера, то прямо сейчас поставь лайк и подпишись на канал. А также заходи в телеграм-канал по первой ссылке в описании, и там будет конкурс на 20 тысяч подписчиков. Также туда я сливаю коды на приватный сервер. Короче, это лучший телеграм-канал. Давно мечтал о робоксах? Тогда заходи на сайт robuy.gg. На этом сайте вы сможете купить робоксы по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робоксов стоят 200 рублей. robuy.gg имеет множество положительных отзывов, а значит, им можно доверять. А еще на robuy.gg вы сможете получить робоксы абсолютно бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получай робоксы с первой покупки друга. Также прямо сейчас на сайте проходит масштабный розыгрыш на 200 тысяч робоксов. Не упусти возможность выиграть робоксы и сделать это лето ярче. Выполнив простые условия для участия. Покупай робоксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке. Моментальная отправка робоксов после оплаты. Также круглосуточная работа сайта. Все это на robuy.gg. Ссылка будет в описании. Что ж, дружище, как я уже сказал, совсем скоро мы все получим новых абсолютно бесплатных юнитов. Ну что же это будут за юниты? Давай я тебе прямо сейчас все покажу. Первый — это вот такой вот у нас фанмен. У этого юнита находится на голове вот такой вот вентилятор, благодаря которому он сможет сдувать скибидистов назад. Серьезно, это довольно-таки имбовая способность. Просто скибидист к тебе подходит, ты заюзаешь кнопочку, точнее юзаешь ульту, и все, скибидист просто отбрасывается на пару клеток назад. Это первый юнит. А вот второй юнит — это у нас Лерч Фанмен. У этого персонажа будет такая же способность просто откидывать юнитов назад. Но я думаю, поскольку это у нас Лерч, будет их отбрасывать намного дальше. Кстати, если мы посмотрим сюда, можем заметить, что у фанмена, самого обычного, который мы видели только что, будет 3000 урона. Что-то на самом деле очень слабенько, 3000 урона, но это только урона, а возможно там будет DPS вообще 50 тысяч. Это мы пока что узнать никак не сможем, можем узнать только в обновлении, которое будет у нас уже совсем скоро. Дальше у нас вот такой вот юнит, это у нас Титан Фанмен. Талантрик решил не показать этого юнита, возможно либо моделька еще не готова, либо просто это будет какой-то секрет, но он будет выглядеть как-то вот так. И всех этих юнитов мы сможем получить из ящика, которого ты видел на превьюшке этого видео. А этот ящик, в свою же очередь, мы сможем получить просто в эксклюзивном магазине. Вот, скорее всего, вот этот у нас уберут из игры, а новый ящик нам добавят в игру. И сколько же он будет стоить? Скорее всего, этот ящик у нас будет стоить 200 гемов, потому что 500 гемов для таких юнитов — это как-то, ну, слишком много, согласитесь. И если честно, я очень сильно рад, что наконец-то уберут этот ящик из игры, потому что Hyper Abrey Titan Speakerman, он теряет свою редкость каждым днем, потому что его все выбивают, выбивают и выбивают. А чем больше его выбивают, тем больше он теряет свою редкость. Смотри, их уже 200 тысяч в мире. Этих вообще 11 миллионов, этих 7 миллионов. То есть я думаю, вы понимаете, что прямо сейчас Hyper Titan Speakerman теряет свою редкость, и срочно нужна замена, и Талантрик это сделает. Просто добавим новый ящик с вот такими вот юнити, которые ты видел раньше. Но если ты думал, что это все, на самом деле это не так. Я в ТикТоке увидел ролик, что прямо сейчас у нас есть режим, в котором можно посмотреть на вот этих юнитов и поиграть за них прямо сейчас. И я хочу это сейчас проверить. Это вот такой вот режим Toilet Tower Defense Modded. Какой-то, видите, какая странная аватарочка. Ну давайте сыграем, почему бы и нет. Давайте, погнали. И ой-ой-ой-ой-ой, друзья, куда я зашел, куда я попал? Мне кажется, что в ТикТоке меня обманули, и здесь не будет никаких фанменов, которых я только что вам показывал, но здесь будет что-то другое. Сверху у нас есть надпись за юзай код лайк, и что-то ты получишь. Ну давайте попробуем. Ой, это что такое, фаворит айтем? Нет, спасибо. Так, у нас есть слева кнопочка промокода, и давайте попробуем заюзать код лайк. Посмотрим, что у нас с этого получится, и что я получил. Что я получил, это на самом деле неизвестно. Па, какие-то гемасы, и куда они мне улетают. Так, я получил коины, посмотрите на свой инвентарь. Я нажимаю на инвентарь, у меня 10 тысяч коинов, чего? У меня есть шеф ТВ-мен, спикер и синистер камера. Давайте всех мы их оденем. Погоди, погоди, у меня только что был... Вы видите это?
У меня на долю секунды появляется этот самый, как его, Телантрик. И погоди, а куда он пропадает постоянно? Его можно быстро одеть или нет? Я прям кликаю. Слышите? Прям послушайте прямо сейчас. Нет, не успеваю я его надеть. Ланька, давайте попробуем каких-то юнитов повыбивать. У меня есть 10 тысяч монет, и я хочу где... Вот, саммон юнитс. Какие кристаллы еще? Погоди, а что эти кристаллы делают? У меня 30 тысяч кристаллов на этом сервере. Откуда так много, эй? Это код лайк мне дал 30 тысяч кристаллов? Почему всех так мало? Ну, давайте, я не знаю. Что вообще можно за эти кристаллы покупать? Наверное, каких-то юнитов выбивать, да? 100 скибиди коина. А ну-ка, открываем. Опа-на, охио, камерамен. Кстати, все модельки, походу, взяты из настоящего туалет Tower Defense. Походу, эту игру скоро снесут, мне кажется. Чего он не пропадает? Почему он такой? Почему у меня на весь экран? Когда ты уже пропадешь? Эй, вот я открываю инвентарь. Когда ты уже пропадешь, пожалуйста, ухил, камерамен. А, там была сверху кнопочка. Нажмите, чтобы закрыть. Ладно, тогда покупаем еще. И что, мне прямо сейчас выпадет? Ага, понял. Хочу еще. Хочу еще юнита. Дальше я хочу... О, боже, это какой-то редкий. Погоди, юниты. И вот он, что это такое? Это юнит такой или кто это? 7400 стоит, очуметь. Сигма дилер, за 800 скибиди коинов я могу что-то купить. Ага, и мне выпал вот такой вот титан. Ну, в принципе, спасибо. 350 скибиди коинов я могу получить вот такой вот хлеб. А за это можно будет играть, что? И, кстати, онлайн в этого режима довольно-таки большой. Прямо сейчас играет 1000 человек аж. И я даже не знаю, что они здесь нашли такого интереса. Погодите, 150 гемов, а? Ну, у меня 30 тысяч гемов, для меня как бы 150 это вообще фигня. Что это? Зараженный хайпер титан спикерман? На этого юнита шанс 9%, и я его только что выбил. Кликаем дальше, я просто буду постоянно кликать, пока мне не выпадет САС титан ТВ-мен. Мне очень сильно интересно, что это за юнит, а ну-ка кликаем дальше. Ой-ой-ой, я уже 3000 потратил на вот этом шлепе, что ты творишь, где мои деньги все пропадают? Ну, погоди, я хочу найти фанменов, по-любому они где-то здесь есть. А ну-ка, ты кто такой? А ну-ка, социал линк. Не-не-не, спасибо, мне это не нужно. Какая утка здоровая. А ну-ка, можно с тобой поздороваться? И нет, здесь ничего купить нельзя. Так, я вижу там какой-то человек. О, смотри, ретро саммон. Я могу здесь кого-то сейчас выбить. За скибиди коина? Сколько у меня скибиди коинов? 7000 еще осталось. Ну, в принципе, нормально. Погоди, я хочу кого-то еще подкрывать за гемы. Ультра хайпер. Я хочу ультра хайпера. А можно мне его? Так, я получил сильвера. Сильвер за 30%. Нормально, спасибо. Тогда что мы делаем? Давайте попробуем сейчас команду какую-то создать и с помощью этой команды пройти всю игру. Поэтому что мы делаем? Смотрите. Мы прямо сейчас, наверное, САС Титан ТВ-мен, это... Мне выпал САС Титан ТВ-мен за 0,1%. Смотрите, вот он. Санты нету, ну, в принципе, ничего страшного. Давайте тогда оденем сильвера вот этого вот. Токсика оденем. Я не знаю, вот этого. Можно еще Охио Камерамена взять. Нужно какого-то дешевого. Вот, Охио Камерамен дешевый. И все, теперь давайте отправимся в какой-то мир. А куда мы с вами отправимся? Я даже не знаю. Погнали, вот в Crossroads. Классная карта, мне она понравилась. Главное, чтобы прямо сейчас ко мне никто не забежал, потому что я хочу поиграть в соло. Пожалуйста, ко мне никто не бежите. Куда я сквозь карту провалился? Эй, все, игра закончилась? А, вот все, я заспавнился. Да, я помню, как я на этой карте играл вместе с Зенджи. Кстати, кто не видел этот ролик, можете посмотреть. Он есть на канале, он очень классный. Не понял, а куда юниты пошли? Они должны были прямо пойти. Ну ладно, давайте поставим, наверное, вот такого вот Охио. Ё-моё, какой он классный. А интересно, у этих юнитов анимации какие-то будут, как в игре или нет? И сразу же ставим вот этого юнита за 0,1%. Почему мне в туалет Tower Defense такие классные юниты не выпадают? Опа, ну смотри, как мы всех уничтожаем, нормально. Сколько? Дамаг 15 тысяч? Мне кажется, или 15 тысяч дамага, это как-то, ну, слишком много, нет? И смотри, максимально можно поставить только 4 вот этих вот ученых. Ну, давайте мы их прямо сейчас всех и прокачаем. Биг Тойлет, у которого 10 тысяч хп уже на пятой волне. А, так вот почему у этого юнита так много урона. Потому что, смотрите, какие здесь юниты уже пошли очень мощные. Ну, в принципе, ладно, мы все равно очень легко справляемся. Смотри, ну, хотя у этого юнита очень много хп только что было, уточнять скибидиста. Ну, ладно. Погоди, Хайпер Титан Спикерман серебряный, который у меня с инвентаря стоит 9 тысяч монет. И я хочу прямо сейчас его купить. Просто без вопросов. Покупаем его, ставим и... Ой-ой-ой, какой он классный. Я прокачал ученого на максимум. И посмотри, это что такое? А ну-ка, есть дальше прокачка? Это что такое? Это из Angry Birds? Ладно, эта игра не перестает меня удивлять, если честно. Какие мощные юниты пошли.
нашли, что делать. Так, ну в принципе ладно, мой САС сейчас справляется, хотя я могу сейчас сюда и второго поставить вот так вот. Все, два САСа стоит, теперь точно никто не пройдет. Я прокачал САСа и теперь у него 35 тысяч урона. Куда такие мощные юниты? Друзья, я прокачал САС Титана на третий уровень, следующая прокачка стоит 900 тысяч. И прямо сейчас у этого юнита урона 70 тысяч. Я не знаю вообще, есть смысл собирать 900 тысяч, но, если честно, у меня появилась такая цель в игре. Я очень сильно хочу насобирать 900 тысяч. Но мне нужно больше фармеров, эти слишком мало дают, всего лишь по 4 тысячи. Друзья, посмотрите, какая классная анимация у этого серебряного спикерман. Как он классно атакует, мне прям безумно нравится. Даже больше, чем в Туалет Tower Defense. Друзья, мне кажется, просто дальше нету смысла играть. Посмотрите, как я выношу этих всех скибидистов. Они то просто не успевают спавниться, посмотрите. Ну это какая-то жесть. Вот какие-то мощные юниты пробираются, но все равно мои персонажи их очень быстро уничтожают. Скибидистов просто нету ни одного шанса. Даже если сейчас какой-то супер босс выйдет, к примеру, как вот этот, ничего себе. Ладно, забираю свои слова назад, у этого юнита есть все шансы пройти. У этого персонажа 30 миллионов хп, чего? Но я его все равно уничтожил, в принципе, это было неудивительно. Короче, друзья, я отправился обратно в лобби, и я просто не вижу смысла там дальше играть. Я всех юнитов выношу с одного удара. Я просто поймал ультравезение и выбил вот этого САС Титан ТВ Мэна. Тут по-любому никто его не мог выбить, кроме меня. А, я только сейчас понял, САС это его редкость. И опять же, я посмотрел в ТикТоке, здесь нету никаких фанменов. Я думал, я сейчас зайду и смогу заранее поиграть новую обнову с Туалет Tower Defense, но меня обманули. Хотя сам режим мне понравился. Если тебе тоже, то напиши об этом в комментариях. Заходи в телеграм-канал по первой ссылке в описании. Ну а с тобой был я, Влад. Всем удачи и всем пока-пока.